чем дальше пройдешь по Божьему пути, тем сильнее он будет определять твою жизнь, формируя твою посвященность. Рискуй. Если ты победишь, будешь счастлив. А если проиграешь, будешь мудрее. Если ошибку можно исправить, значит, ты еще не ошибся. Если тебе трудно, значит, ты идешь в правильном направлении. Если ты чего-то очень сильно хочешь, ты найдешь способ, как это осуществить. Принимай все, когда оно приходит к тебе. Наслаждайся всем, пока оно длится. Отпускай все, когда оно должно уйти. Если ты любишь что-то, отпусти. Если оно твое, оно вернется. Никогда не возвращайся в те места, где тебе было плохо. Никогда не проси у тех, кто отказал тебе однажды. Надо хранить верность. Верность слову, обязательствам, другим, себе самому. Надо быть из тех людей, которые никогда не подводят. Доброе утро, мой драгоценный друг.